Итак, небольшой обзор по богиням. Открываем богиню. По-моему, там с 60 уровня будет доступно. Так. Что у нас? Нужно выполнить ряд условий. То есть вкладка дается богине на 60 уровне, но сразу не дается богине. Например, нужно будет очков звезд. Денег не берем, но берем астрологию. Соответственно, нажимаем астрологию, и вот 10 бесплатных попыток дается на астрологию. Вот каждый день нажимаем на это, набираем на богиню Тельца. Либо вкладываем донат, соответственно, продвинутая астрология 100. Потом, что у нас каждый день после получения, то есть повышаем уровень богини. Ну, я вот так как у меня богиня Рак, повышаем уровень уже ее. Ну, соответственно, нужно продолжать. Вот. Что у нас еще здесь? Повышение звезды. Мы не сможем что сделать. Вот. Ну, и сила богини, соответственно, молитва. 3 раза. И можно активировать. И будет бонус, как написано. Очистка души, разблокирует. Ну, здесь ничего нет. Вот и так, в принципе, все. А следующее, при получении, соответственно, выполнения богини Рак, соответственно, инструктацию нажимаем и перевоплощаем. Ну, сейчас у нас здесь доступно на богине Рак. Примерно это так будет. Так, нанимаем богиня, это телец. Но обратно в телец мне смысла не будет, потому что она. Так что я оставлю богиню Рак у себя. Ну, в принципе, все. По богине здесь особо ничего сложного нет. Думаю, видео вам помогло. Спасибо за внимание.